Ну что, рассказывай, как бы обстановка? Да, остановка нормальная. У нас еще один самострельщик. Новость я прострелил. Командиры наши суки просто. Вот этот парень, что за тебя стрелял ногу, короче, ты его на видео видела. Это то, что я говорил, я суицидник, состою на психиатрическом учете. Вот это он. Подожди, а что, его не отправили домой? Не отправили, его обратно вернули. Ваня вчера ходил, это на штаб, кто-то спросил его, вот, чтобы отпустили, короче, сказали, а это те, которые на видео были, говорит, в последнюю очередь. Это та рота, говорит, которая бунтовала, в последнюю очередь поедете, говорит. Так там еще одно видео выложили, тоже с Херсонской области. Это уже пятое видео выложили. 109-й полк, 4-й батальон. Они сидят там за столом, нарушение то, ротации нет, а то отношение отвратительное, нас тут считают за быдло. У нас тут накаляется, да. Возьми силу в кулак, я терплю и ты терпи. А что я делаю? Я делаю, что терплю.